Московский пасхальный фестиваль за время своего существования стал одним из крупнейших музыкальных проектов России. В 2003 году при поддержке президента России Владимира Путина фестиваль стал международным. Участие в нем принимают коллективы из России, Абхазии, Белоруссии, Армении, Швеции, Греции, Финляндии и многих других стран. Ежегодно мероприятие собирает сотни тысяч зрителей. Абхазия принимает участие в фестивале в этом году в 9-й раз. Концертная программа разделена на несколько частей. Имеем 3 концерта в Москве, в заповеднике, в музее-заповеднике имени Царицына и в храме. Еще такой один благотворительный концерт. Что у нас всегда происходит, такое мероприятие, благотворительные концерты. По словам художественного руководителя капеллы Норы Аджинджал, для всего коллектива самым главным является то, что с московской сцены будет звучать абхазская музыка. Репертуар, естественно, пасхальный фестиваль, духовная музыка. Не всегда не католическая, православная духовная музыка. Это русская духовная музыка, абхазская духовная музыка, абхазское старинное песнопение, литургическое христианское песнопение 6 века. Естественно, героические песни, произведения абхазских композиторов. К гастролям коллектив капеллы готовится уже долгое время, репетирует практически каждый день. Здесь каждый чувствует всю ответственность перед предстоящим фестивалем. В особенности это связано с тем, что организаторы фестиваля с нетерпением ждут представителей Абхазии. Нашу капеллу в России всегда встречают тепло. Царес Мэра Ставур Гожба, Абхазское телевидение.